Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзор от Паблитто. Сегодняшний мой гвоздь – это саквояж трансформер Dumpin 27 с вышивкой от белорусского производителя аксессуаров, сумок, вещей для активного отдыха фирмы TrendBuy. Давайте познакомимся с ним поближе. Что из себя представляет данная сумка? Это изделие, изготовленное из нейлона, из ременных полиамидных лент, мощной молнии, липучек, и служит данная сумка для того, чтобы вместить самые необходимые автомелочи, вещи, которые у вас валяются по багажнику, то бишь привести свое рабочее пространство в машине, то бишь багажник, в надлежащий, аккуратный вид. Также эту сумку можно использовать не по назначению, каким образом, мы расскажем чуть-чуть попозже. Итак, давайте знакомиться поближе. Сумка пошита достаточно качественно. Видим фишку. Белорусский узор. Вышито все очень красиво. Логотип. Кстати, фирма-производитель может персонализировать под вас свои изделия. На передней панели располагаются три кармана. Один большой вход, два маленьких. Пространство у него общее. Имеется складка для того, чтобы данный карман, когда будет заполнен изнутри, имел определенный объем. С противоположной стороны мы видим нашитые липучки типа папа. Служат они для того, чтобы сумка не ездила внутри багажника и была надежно прикреплена к ковролиновому покрытию посредством этих вот липучек. Саквояж-трансформер закрывается на мощную молнию с одной собачкой. Кроме того, в районе молнии вставлены P-образные металлические вставки. И служит это вместе с простроченными, вы видите, складками, для того, чтобы саквояж открывался и закрывался правильно, как ему и положено, в зонах его деформации. Внутри имеется подкладка, изготовлена из того же нейлона. Все швы облямованы красной лентой, а в дне дополнительно присутствует пластиковая вставка. Посредством кармана, она вставлена вовнутрь. Ее можно при необходимости, вы видите, вытащить и постирать или помыть эту сумку, когда она испачкалась. Саквояж-трансформер имеет объем 27 литров и может служить как саквояжем или как коробкой, вот такой вот, для организации внутреннего пространства машины или перевозки вещей или походов в зал. То есть вещь достаточно универсальная, не надо зацикливаться на том, что это только автомобильная сумка. Переносить его очень удобно благодаря вот таким вот ручкам. Внутри располагаются вставки. Такое решение позволяет распределить нагрузку. Пользователь будет себя чувствовать комфортно, перенося саквояж даже с достаточным грузом. Вроде бы он кажется таким маленьким, этот Dumpin 27 саквояж-трансформер, но мы сейчас посмотрим, что мы в него уместили, учитывая его основные функции, это автомобильный саквояж. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут поместилось. Открываем и находим жилет с световозвращающими элементами. Обязательная вещь, если что-то случилось с вашей машиной, чтобы привлечь внимание. Следующее. Перчатки. Для того, чтобы ваши руки всегда были чистыми и сухими. Эти перчатки, видите, с прорезиненными ладонями, благодаря чему грязь не прилипает и не скользит ничего в руках. Следующее. Немаловажная вещь – это складное ведро. 20 литров. Сходить за водой, помыть машину. Вот такое вот решение. Очень рекомендую Отсюту Саммит. В разложенном состоянии достаточно большое. 20 литров, как я вам сказал. Дальше. Моток веревки. Затем большая накидка тент от дождя от Татонка. Затем складная лопата от SOG.
Отличная, кстати, вещь, легкая. И имеется в рукояти пила, но я вожу с собой дополнительную пилу, потому что, как по мне, она лучше пилит. Это G-SAF японская. Справляется быстрее, чем топор. Минимальная аптечка. Затем дополнительный жгут формата CUT. Затем длинная стропа с двумя мощными карабинами. Затем большущая бутыль с омывателем и в мешке у меня здесь находится домкрат, запасные перчатки, скотч и ключ. Снаружи в карманах живут мультитул, фонарь и секретка, головка. Вот такой вот саквояж оказался достаточно вместительным, как по мне. Вы обратили внимание, сколько у меня всего влезло. При этом все вещи внутри целые, благодаря мягким стенкам и обшивка вашей машины, или сабвуфер, или сетки колонок, они не будут царапаться выступающими элементами, так как мягкие стенки будут их смягчать и демпфировать. А теперь, уважаемые дамы и господа, мы с вами посмотрим, как справится саквояж трансформер Trend Taipin 27 с функциями сумки для спортивного зала. Кроссовки. Сменная обувь для бассейна и сауны. Термос с чаем. Полотенце из микрофибры. Одежда сменная для зала и бассейна. Спортивные часы с датчиком. Мини-косметичка, она небольшая у мальчиков. Гель для душа, мочалка, шампунь. Две бутылки с водой, одна маленькая, другая большая. Расческа для бороды, кусачки для ногтей и основная бутылка с водой. Вуаля, мы вместили все, что мы хотели, виновницу нашего обзора, и благодаря мягким стенкам, мягким ручкам нам удобно будет транспортировать наши вещи, и они останутся у нас в целости и сохранности. Что бы я хотел в этой сумке доделать? В первую очередь, если использовать эту сумку не как автомобильную, или у вас внутри машины коврики резиновые, а нету ковролина, то стоит закрыть липучку типа папой, липучкой, соответственно, типа мама. Отрезайте нужного размера два куска, обрезайте углы, чтобы они не цеплялись. И вот таким вот образом заклеиваете. Теперь сумка у вас не будет рвать ваши деликатные вещи, если это женщины колготки, куртки и те ткани, которые боятся липучки. Второе, что бы мне хотелось переделать в этой сумке, это поставить темляк на собачку. Вот таким вот образом мы берем плоскогубцы, аккуратно ее срезаем, и вместо нее я подобрал как раз под цвет кусок паракорда, вставляем паракорд и завязываем на нем несколько узлов. Делаем
темляк достаточно длинный. Для чего? Чтобы вы могли в перчатках застегнуть и расстегнуть ваш саквояж. Ваш саквояж может быть достаточно плотно наполнен, и вам придется прилагать определенное усилие. Длина темляка будет этому способствовать. В целом, что я хочу сказать. Саквояж Transforming Dampin от Trendbuy получился достаточно интересным, качественным, надежным решением, вместительным. В этот саквояж вы видели, что влазит достаточно большое количество вещей, которые у вас валяются в багажнике. Соответственно, у вас высвобождается много лишнего места. Вы всегда можете положить в багажник нужные вам вещи. Всегда найти необходимые вам вещи, когда вы знаете, что они находятся у вас в саквояже. Также вы можете этот саквояж использовать в качестве сумки для походов в зал, для хранения деликатных вещей. Благодаря мягким стенкам у вас все вещи будут в целостности. Подытожив, еще раз хочу сказать, если вы ищете стильный аксессуар, автомобильный аксессуар, универсальный аксессуар, сумку-саквояж, которая вместит многое, то обратите внимание на Trendbuy. Я уверен, что Dampin 27, особенно вот с такой красивой вышивкой, украсит ваш гардероб и поможет держать ваши авто и другие вещи в порядке. Более детально об этом изделии и других изделиях от Trendbuy я буду рассказывать в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал. У нас каждый день новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам самого наилучшего. До новых встреч!